коронавирусом. Напомню, что уже 2 недели это Пауло Дибала. Играет с Кулусевским. Еще стартовый отрезок. Атака за атакой. И на одни ворота, и на другие. Теперь же Кулусевский пытался вывести 1-1 Альваро Мурат. У Юве составом в обороне прежде всего. Есть проблемы и Де Йонг. Прессингует Ювентус Барселона, но видите, как достаточно легко. Сегодня не Ан. Де Йонг. Передача Пульо. А вот уже Рабьо. Гризман. Де Йонг. Пьянич. Шайца. Ну, собственно, как и по всей Европе, по всему миру. Гризман. Де Йонг. Бар. Здесь еще идет. Обезвредить здесь. Рабьо. Пусть недолго сезон длится и немного матчей позади. Получает мяч в центре поля. Национально, но, конечно же, было положение игры. Дибала! Но, тем не менее, проблема, если бы Барса была бы чуть-чуть расширена. Далеко не так со стороны Юве. Сразу было понятно, что Барс не будет разыгрывать никакой подачи штрафной. Но это из тех, кто на слуху в первом тайме у Юра. Пас. Да, Дибала не лучше. Йонг. Да, Йонг. Немного. Около 5 минут, ну чуть больше, конечно же, наверное. Йонг очень аккуратно, я бы так сказал, пришел в Барселону. Барселона, по большому счету. Хотя 3 мяча, если берем статистику, не засчитали.